Приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня вместе с вами мы отправимся дальше по просторам игры Remember Me. Находимся вместе с нашей героиней, мы сейчас прямо над трущобами 404, собственно, откуда наш в свое время и начался путь по Новопарижу. Кстати, и наша главная героиня, напомню вам, она у нас, так сказать, бывшая заключенная Бастилии, которой промыли почти полностью память. Она не помнит, кто она такая на самом деле. Но, как говорят те люди, которые ее знают или делают вид, что ее знают, мы являемся эрористами. Это такие ребята, которые умеют красть память, а наша девочка умеет еще и изменять, подменять ее. Мы этим активно с вами промышляли и даже достигли кое-каких успехов. По крайней мере, мы с вами пока еще живы. Чудесно, получили еще одну ячейку жизни. Вот до этих трущоб мы дошли только благодаря своим умениям, а также тому, что мы потихоньку, время от времени вспоминаем нужные навыки. Это я считаю круто. Так, скара-жуки питаются у линий передачи памяти. Определяйте их местоположение по звуку и стреляйте по ним, чтобы получить ОПП. Ну, что я могу сказать? Не скажу, что фонтан прям, ну, хоть что-то. Chief of Saber Force, Captain Squarejaw Tight Pants Trace, has promised a take-no-prisoners approach to counter this threat to Neo-Paris. Так, ладно. Превосходно, ребята. Я забыл вам сказать, что мы являемся с вами теперь целью номер один для всех стражей правопорядка, также службы охраны местных корпораций, также обычных жителей, ибо в прошлый раз мы с вами явились причиной того, что была спущена с плотины вода на город. Погибло, думаю, очень много людей, и мы себя виним не меньше, чем наша героиня. Я, если честно, очень огорчен тем, что мы сделали, но, возможно, выбора-то другого и не было. Ну-ка. Новая связка. Окей. Надо бы какой-нибудь крутой удар такой. Рука, нога, нога. Так, а пробивающего нету? К сожалению, нету. У нас не хватает доступных приемов для того, чтобы завершить эту связку. Смотрите, насколько она длинная. Рука, нога, нога, рука, нога, нога. Нога, рука, нога, рука, нога. В принципе, зато вверху есть законченная. Странно как-то. Так, ребята, отведайте. Так, скушай. В принципе, справились нормально. Думаю, никто плакать насчет этих лепарей не будет. Именно из-за того, что мы с вами спустили плотину, также весь город погружен в хаос. Мы цель номер один для всех, а также непонятно, что мы хотим. Точнее, к чему мы стремимся. Ну, сделаем мы, вернем память. Но это же страшно. Представьте себе, вы потеряли память постепенно, как-то обживаетесь, и тут неожиданно все восстанавливается, неожиданно возникает новая личность. Я думаю, это действительно страшно. Тут ничего. Писец. Ненавижу этих тварей. Ну, это роботы, конечно, но они так жутко выглядят. Не было бы здесь света, я бы немножко, так сказать, пустил неприятных запахов от страха. Но тут по-другому никак. Я еще вот так
По сторонам осматриваюсь, ибо эта игра действительно поощряет исследования. Мало того, что мир довольно приятно выглядит, так еще и можно найти какие-нибудь секреты. Трущобы такие, трущобы. Это что, типа... Шалопендры для роботов? Или для извращенцев? Ужас. Чего только не создадут люди, а? Ой-ой-ой. Ох, сколько ты можешь попадаться на это? Давай, не лень. Так, стреляйте из спамера по мародерам. Кстати, да, я забыл, у нас есть великолепная штука, спамер. Вот так. Можно сшибать тех, кто нам не нравится. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну-ка, отведай моего спамера, тварь. Да умрешь ты уже. Все. Ого, это было близко. Ты почти достал меня, тварь. Ой-ой-ой, не надо туда. Все. Теперь осталось с этим гадом разобраться. Оп. Главное вовремя уворачиваться. Система такая же, как в Бэтмене, Arkham Asylum или Spider-Man Amazing. Так, тут есть какие-то ништяки. На крыше. По-моему, даже здесь. Но я подъема, кстати, не вижу. Нет, вот здесь. Действительно, а как туда подняться? Ладно. Давайте слазим вверх, возможно. Тут где-то есть подъем. Эй. Блин. Вот так, оп. Акробатка наша. Тут приятным таким образом совместили сеттинг Assassin's Creed, Принца Персии, боевка от Бэтмена. Так, а если я вниз прыгну? Стоп. Великолепно. Правда, упал я туда, где уже был. Может, что поменялось здесь? Я туда и не заползу. Сейчас осмотрюсь немножко. Я понимаю, что я назад бегу. Ребята, не подумайте. О, вот-вот. Что эта штукенция делает? Не понял. Открыть. Что ты открываешь? Понятно. Открывает она вход туда. Что мне это дает на практике, я ума пока не приложу. Так, ладно. Ладно. Секреты такие секреты.
Ну-ка, если я не могу ни в какую сторону передвинуться, кроме этой, да? Вот. Вот об этом я и говорил, ребята. Смотрите. Не все так просто. Где-то здесь ништячок валяется. Вот он, мой родной. Зато сад пластыря нашли. Это как-никак дополнительная жизнь. Думаю, не зря мы сюда отправились. Немножко время потеряли, но я делаю прохождение так, чтобы как можно больше охватить. Так, ладно. Я не понял, ты не хочешь ни лин... А, все понятно. Я думал, она не хочет ничего делать. Вопрос только, вот там эта фигня, зачем? Что она открывает, что это дает? Jax, this ad. I've heard it before. That's a good sign, sister. It means your core memory resisted the treatment. Представляете, если у нее есть ребенок? Или семья? Блин, если это так действительно, надо срочно возвращать себе память в самый короткий срок, несмотря ни на что. Хотя мы и посеяли тут хаос, но что поделать? Жалко, что пришлось это делать, если честно, но я уже это сделал. Сделанного не воротишь. Так, отведай. Ну-ка. Спамер мой заспамит. Оп. Да ладно, что вы такие буки все? Великолепно, что мы открыли? Новый класс приемов, связующий прием. Хорошо. Хорошо. Видать, тут, знаете, надо приемы одного класса. То есть все красные должны быть. Красный удар с ноги у меня есть? Да, есть. Так, этот удалим. Вот этот поставим. Сюда поставим связующий. Думаю, в самый раз. И сюда еще один связующий. Так, а тут, похоже, закрытый. Ну ладно. В принципе, я теперь знаю. Нога, рука, нога, рука. Довольно легко. Так, не надо в меня летать. Человеки-пауки. Ох, большой появился. Это плохо. Да ладно, ты что такой? Блин, я хотел что-то крутое сделать, пока не получается, правда. Нога, рука. Нет, тихо. Летун.
Еще один. На землю. Так, всех, кого можно, уничтожаем. Вот это хорошо. На нем давайте опробуем. Нога, рука, нога. Оп. О, я бы не сказал, что что-то я крутое открыл, но, возможно, именно этого от меня и ждали. Так, мне бы кулачок найти. Так, тут я ничего не помню, понятно. Кстати, да, давайте вот эту вот связку разбавим ударами, которые восстанавливают. И ногу вот тут даже поставим. А в конце... А в конце не выйдет. Так, а куда же нам дальше идти? Я немножко запутался. Тут забегался, засмотрелся и уже потерял нить куда. Так, отсюда... Мы пришли. А, вот все вижу. Я уже приноровился, считай. Третья миссия, а мы с Нелин как одно целое. Прям семья. Блин, кто их там подбивает, кстати? Немаловажный вопрос. Неужели эти... Как их там? Слакеры умеют пулять по... самолетом. Так, его я подобрал. Великолепно. Оп. Сейчас мы должны, по сути, добраться до Томми обратно. И как-то пусть, знаете, идет чересчур долго. Милан, I'm waiting for you at the Leaking Brain. I'm looking forward to helping you find Johnny. Johnny? Johnny Greenteeth, the bogeyman of Slum 404. He still remembers all the old passageways beneath La Bastille. At least that's what Edge says. Okay, I'm inbound. Понятно. Нас ждут. Ну сколько мне туда еще идти? Как-то получается, знаете? С этого бара... А, вот, я хотел сказать, с этого бара я быстро ушел, а туда вернуться... Просто... жесть. И тут я вспомнил, что с бара-то нас отвезла Ольга Седова, которую мы взломали и подменили ей память. А обратно приходится уже на своих двоих. Я не удивлюсь, если эта дамочка заявится и скажет, что... Мне хана за то, что я ее обманул. Так, тихо. Вы это видели, да? Не знаю. Так, тут явно что-то было, но я этого не увидел. Ох, ядрить твою. Ты кто такой? Ох. Блин, я аж дернулся. Похоже, они... боятся, либо реагируют на свет. Давайте свалим отсюда. Ну их в баню. Они тут с кровью все исписали вокруг. Что это за твари такие? Хищники, что ли? Прям. Они исчезают. Ой, какая пакость. Уже скач. Так, понятно, свет, нужен свет. Ой-ой-ой. Ну-ка, расстреляем, кого можно. Может,
их берет этот спамер. Тут тварь. Подхвати. Томми, I just had a run-in with some leapers. Что они с лицом? They vanish at will. I stopped being surprised by any of the evil shit that comes out of those tunnels a long time ago. I'll be there soon. Until I get there, keep your eyes peeled. Фух, блин, вот это жесть была. Неприятные тварюги, совершенно неприятные. Как здесь обычные люди живут с ними наедине? Так. Превосходно. Что может быть лучше хорошего электрошока по утрам? Оп. Неплохой, кстати, паркур сделан, несмотря ни на что. Правда, если честно, я бы не отказался в главных ролях поиграть здесь за парня. Ой, нет-нет, этого хотя бы не было бы вот таких вот. Хрупкая девушка, столько всего приходится переживать. Мне ее жалко просто. Давай. Ну не надо материться. Мы обратно упали к этим ребятам, судя по всему. А вот. Охренеть. Так, я не могу помочь ему? Нет. Я не собираюсь я ни на кого нападать, я просто хотел помочь. Воу. Ничего себе постройка. А почему-то мне напомнило вот эти, видите, кубики и то, как оно выглядит. Строение из фильма Куб. Знаете, в конце там, когда в первой части он выбрался, там последний, и был примерно вот такой вот домик построен. Не знаю, почему мне это напомнило, но как и есть. Ой-ой-ой, понял. Иди сюда. Оп-оп-оп, тихо. Да не убейте вы меня. Да. Оп-оп. Слушайте, мне неплохо вошло так. Тихо-тихо. На, вот это было неплохо. Все? Ну только не это. Что же я буду делать без света-то? Ага. Сенсин Фуд. Отключает все сенсины, оглушает врагов, заставляет показаться невидимых. Великолепно. Это своеобразный бесконечный пинг, забивающий все каналы, да? Ну-ка, отъедь. Все? И до свидания. Правда, не добивает почему-то. Ожидал эффектного такого добивания. И сюда. Я покажу тебе, кто здесь папочка. Фу, неплохо. Я даже уже не так сильно их боюсь, приноровился. Тем более, что нам дали способность справляться с ними. Так. А, вот. Путь иногда не совсем очевиден. Okay. Up it is. Надо туда к лестнице, значит, делаем
Да тут понятно, обычная головоломка. Любой, наверное, разберется. Так, теперь сюда надо. Вот так. Вот так. Ой, нет. Что ты сделала, Нелин? Вот эту надо на исходную вернуть. Только что было нормально. Вот так. Думаю, так и должно быть. Сейчас проверим. Если что, придется перестрелять уже снизу. Думаю, прицеливаться я отсюда смогу. Потихоньку. Главное не упасть. Девочка наша этого не оценит. Хотя, опять же, замечу, паркур здесь довольно-таки не напрягающий. Управление тоже, в принципе, нормальное. Оп. Мы в этот кубик ползем. Офигеть. Я хотел сказать, если еще и ввысь такая же высота, это вообще жесть. Сюда. Тут главное не долбануться. Лететь будет очень высоко. Тут еще и вентиляторы работают. Великолепно. Кстати, теперь бы наверх посмотреть. Не могу. Ой, извините. Ладно. Йоп. Йоп. Все нормально. Молодец, держи конфетку и все такое. Ладно, еще не добрался я до Томми. Чего там нарисовано? Брейн. А вот Брейн. А вот здесь все, я понял. Подняться можно. Слушайте, мы так с вами еще скоро ячейку заработаем жизни. Если будем все так же удачливы. Так, что здесь? А, вот. Хотел сказать, что здесь открывается, блин? Опа-на. Так, отбивайся, мужик, давай. Сейчас девочка поможет тебе. Потанцуем. Ноги не обещаю не отдавливать. Так, да ладно. Похоже, они будут оттуда лезть, да? А нам придется отбиваться. Может, ты хоть помогай чем-нибудь, постреливай, не знаю. Оп. Ой-ой-ой. На. Теперь спамер тайм. Хорошая штука, когда тебе надо быстро кого-то нейтрализовать. Ой, как вас много-то, ребята. Шлюз закрой, Томми. Ой-ой-ой.
Какой красивый удар бы был. Но. А ты молодец. Голосишь как этот, а помог бы лучше. А, ты что-то там делал все-таки. Ну-ка, покажи. Ржавый болт. Так, ржавый болт увеличивает силу спамера, позволяя наносить более сильные удары и поражать слабые места строительных конструкций. Нажмите Shift и... прицелившись правую кнопку мыши. Великолепно. Так, вижу. Ух, там время тикает, ребята. Великолепно. Мне надо еще на время все сделать. Это легко, в принципе, я уже перезарядился. Все? Все довольны? Ой-ой, как вошло мне. Фу, мы молодцы. По-настоящему все сделали как надо. Сочувствую, мужик. Tunnel leading into Leaper infested darkness, huh? Have a heart. Sorry about your bar, Tommy. You be careful. There's a storm brewing, sweetheart. Великолепно. Что может сделать девушка, когда она виновата? Сделать огромные глаза, как у кота из Шрека, и, конечно же, сказать: прости, что, собственно, она и сделала, да? Ну ладно, мы не в самом приятном, скажем так, месте. Давайте здесь и закончим нашу очередную серию. Она будет у нас покороче, думаю, чем все остальные. Я, по крайней мере, надеюсь, за временем абсолютно не следил, поэтому... просто спасибо вам большое всем за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.